волшебное место, когда вокруг тебя стоят те люди, которые тебя любят. А ты превращаешься в маленького ребенка, который доверяет этому миру, который доверяет тем друзьям, самым близким людям, которые есть в его жизни. А они, качая тебя в колыбели, наполняют тебя силой, а ты им доверяешь полностью. Я включил. Включил? Давайте я объясню смысловую функцию немножечко колыбели любви для тех, кто не знает. Смотрите, когда человек находится в центре, его качают, то нужно еще обратить внимание, куда его качает. Если человека, вот смотрите, качает вперед, назад, вправо, влево, то нужно внимательно всем, кто рядом находится, смотреть, а куда ему тяжело идти? Да, вот смотрите, если человеку тяжело идти назад, и вы это чувствуете, значит, у него есть боль и проблема в прошлом. Если ему трудно идти вперед, значит, он боится будущего. Если, допустим, ему трудно идти влево, значит, у него проблема со стороны женской линии. Неважно, там это мама, это сестра или еще кто-то. Если с правой стороны, то с мужской линии. И те люди, которые находятся рядом, должны помочь ему прокачать ту линию, которая у него проблемная. Ну, допустим, если мне было бы тяжело идти назад, вы почувствовали, да, что я боюсь прошлого, значит, нужно было меня качать так, чтобы я не боялась своего прошлого. Если я боюсь идти вперед, вот вы чувствуете, что я сопротивляюсь, значит, нужно своей любовью так окутать, чтобы я не боялась идти туда. Если, допустим, я боюсь вправо, ну, допустим, ну, не хочу я знакомиться с мужчинами, потому что, вот, допустим, они меня обижали, да? Значит, нужно сказать своими руками, что мужчины – это хорошая, крепкая защита. Не бойся, да, то есть нужно идти сюда. И то же самое в левую сторону. Так, но это я говорю для тех, кто не знает. А теперь я хотела бы показать, это аллея любви.